Так, всем доброе утро. У нас в понедельник 9 утра всегда собрание. Ничего не меняется. И с Ильнуром мы, как правило, рядом всегда сидим. И сегодня у нас установил рекорд вот по результатам июня. Точно в Тюмени. Там где-то 18-19 миллионов, по-моему, выручка будет, да, грубо. Где-то так, да. Вот. И, ну, по сути, там наш партнер, да. И что очень важно, что, по-моему, только Дубай тебя смог опередить, да? Дубай и Москва. Ну, там где-то, да. Там такие, там это... Ну, там ненамного, на самом деле. Ненамного, но все равно смогли, да. Ну, ладно, что бывает, что называется. Вот, за счет чего? Спасибо, хочется сказать команде, в первую очередь. Они были все вовлечены, заинтересованы в данных рекордах. Это вклад каждого в данном результате. Поэтому здесь желание... Вот прям действительно достигать каких-то определенных высот. Ильнур скромный парень, да. На самом деле я считаю, что в нем причина. Он просто очень талантливый. Вот. И это реально правда. И команда тоже крутая. Вот. Команде привет передаю всей тоже. Спасибо.